Тушили все вместе, наверное, так будет правильно сказать о пожаре, который вспыхнул 28 апреля в пасхальное воскресенье. Началось с того, что в селе Заокское загорелось нежилое помещение. Увидели дым, побежали, прибежали, народу много уже было, кто на крыше, кто под домом. Весной в половодье вода доходит до жилых строений, поэтому дома стоят близко друг от друга. Если от одной стихии они защищены, то от другой, к сожалению, нет. Тушили пожар чем только можно. Воду брали из бочек, у соседей выкачали два слива, а местные осенизаторы приехали на своих машинах с водой. Брали они ее из ближайшей речки. Народ был много. Заокские нас люди, мы дружны, то есть мы друг друга поддерживаем. И все поддержали друг друга. То есть мы поддержали, чтобы отстояли дома соседские, чтобы дальше не загорелись. То есть. Местные жители рассказали, что пожарные приехали через 20-30 минут. В тушении принимали участие 6 пожарных расчетов и 3 единицы техники добровольных пожарных. Окончательно возгорание было ликвидировано в 17:20. Они приехали нормально, приехали через 20 минут после пожара. Но просто за эти 20 минут вот произошла целая история. Один дом загорелся. Второй сгорел, а третий только начинался. Как бы вот весь и расклад. В поселке Заокское нет ни одной пожарной машины. И поэтому в случае пожара тушат всем, что есть. Местные жители смастерили бочку с водой. Да и не одну, говорят. Вот только помощи от них мало. Такое село, где тут у нас, наверное, я не знаю, 600 домов это точно есть. Нужна пожарная машина обязательно. В Заокском, как говорит глава поселения, почти половина – это добровольные пожарные. И если бы не они, добавляет она, то огонь мог бы перекинуться и дальше. Ущерб от пожара есть. Сгорело нежилое здание, которое пустовало, по рассказам очевидцев, 18 лет, а также крыша соседнего дома. Сейчас задача у специализированных служб – выяснить причину возгорания. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».